Всем привет-привет, и вы попали на мой канал. С вами я, Сережа, и сегодня мы будем открывать, наконец-то, бумажные сюрпризы. У меня появилась для вас одна новиночка. Это коллекция блогеры VS Певцы. Вот здесь у меня 8 для вас пакетиков, 2 связанных, совместных, 3 связанных с блогерами и 3 связанных с певцами. Вот, это Билли Айлиш. Это, насколько я знаю, BTS, наверное. Это Селена Гомес, здесь стикер выглядывает. Это EXO Live. Это Соболев, наверное. Блогеры, вот, кнопка YouTube, ну и 2 совместных. Наклейки, вкладыш. И как будут открываться пакетики, управляла Нелли Гомес. Наверное, вот здесь вот высветятся значки, фотографии. Может быть, а может быть и не высветится. Давайте возьмем вот такой пакетик, и в конце видео я расскажу подробнее о этом батле. Прошлая новиночка тиктокеры. Давайте возьмем. А, здесь еще один пакетик Stranger Things. Stranger Things. Возьмем сегодня. Давайте вот такой. Нет, давайте возьмем. Давайте вот такой. Я просто не знаю, какой брать. Далее давайте возьмем мерч. Ой, лук. Точнее, возьмем вот такой, вот мой брат. Остается 2 пакетика. Возьмем сегодня вот такой, чтобы в следующем видео нам попался стикер, который вы не знаете, не видели. Коллекция Gravity Falls. В следующем видео закончим, как и мой брат. Возьмем не помню, в каком. Давайте возьмем с диппером. Большой ставим. Коллекция Бравл Старс. Возьмем сегодня, давайте с персом каким-нибудь. Или нет, давайте без перса. Или возьмем с персом. Давайте возьмем сундучком. Вот, отлично. И коллекция Stranger Things. Возьмем. Два давайте возьмем, потому что я знаю, что в них попадется. Там надо, чтобы они были вместе. И эхбокс мы сегодня закончим. Каталог, все бумажные сюрпризы, которые мы сегодня будем открывать. Так, вот, извиняюсь за нефокус. И давайте начнем с коллекции эхбокс, которую мы сегодня закончим. Последний нам стикер попадется под номером 1, наверное. 11, вернее. Так. Он у меня за кадром упал. Нам попадается такой пенальчик в виде авокадо. Вот. Он под номером 11. Пишите, как вам нравится такой ракурс или нет. Вот сюда приклеиваем. Вот. А далее давайте откроем Stranger Things. Вот, 2 пакетика мы сегодня взяли по этой коллекции. Просто так надо. Кстати, вот, ладно, вы поняли, да, наверное, из первой серии. Нам попадается стикер под номером 9, я так сказала, прикольно. И вот такой пакет, где написано Stranger Things. Нам попадается под номером 2. 2 стикера, которые надо наклеивать, они с помощью... Ну, вы поняли, да? Они на этой странице, на этих страницах. А, нет, на следующих. Да? А, ладно. Нам попадается стикер Run. И тут такие лампочки. Вам надо посмотреть. Так, вот. И нам попадается еще лампочки, да. Под номером 9. Далее откроем коллекцию «Мой брат». Давайте сейчас откроем те коллекции, которые мы закончим в следующем видео. Так, это вот эта коллекция и вот эта. Так, вон, давайте вот так вот. Ой, извиняюсь, опять стил, блин. Открываем. Ну, я думаю, вы знаете, что здесь попадется. Попадется нам вот этот стикер.
Это очень похоже на моего брата. Самый единственный похожий стикер. Извиняюсь за посторонние звуки, так как папа там очень сильно громко разговаривает. Так, насечку. Приклеиваем. Вот, вот такая красота у нас получается, мои братишки. Вот. А далее откроем Gravity Falls. Нам попадается вот такой гномик. Я вроде бы его неправильно разукрасил. Не знаю, если честно, он у нас под номером 1. Клеиваем. Не кажется ли, я его неправильно разукрасил? Вот такая коллекция у нас получается. В следующем видео мы ее закончим, как и мой брат. Не знаю, сколько я буду раз это повторять. Давайте откроем Brawl Stars. Не хочу пока что он открывать. Нам попадается стикер под номером 2. Так вот, это Нита в виде панды. Так, теперь надо найти насечку. Лупайте мне, я наконец-то нашла. Где-то минут 6 сидел с этой насечкой. Приклеиваем. Не помню, как она. Вроде бы вот так вот должна располагаться. Вот. Блин, целых 5 минут потратил на это. Давайте далее откроем лук. Открываем. Нам попадается лук под номером 2, то есть нички. Вот он. Это такой лук, такой прям бомбический вот лук. Вот отклеиваем. Сюда не влезет. И криво переклеил, ну ладно. Далее откроем тиктокеры. Это просто наша новиночка. Вот. Да, шикарно открылся пакетик. Нам нравится мимимишка. У него какие-то маленькие волосы. Я говорю, коллекция не очень получилась. Но я старался. Вот там вроде бы он самый популярный вроде бы в лайке. Ой, в ТикТоке. Но это мое мнение. Опять же, с помощью. А под каким он номером? А, под номером 4. Вот так вот наклеил неровно. Ну ладно. Вот. Далее новиночка блогер VS Певцы. Две странички в листу. Это страничка, где будут ютуберы. А вот эта страничка, где будут певцы. Вот, певцы, да. Вот. А суть бата в том, что какую первую мы страничку соберем блогеров или певцов, та и выиграет. Вот. Нелли выбирала наклейки. Точно. Наклейки, как открывать пакетики и вкладышки, чем украшать. Я просил там у нее выбрать цифру. Вот. Открылся пакетик под номером 8. Это понятно, то что это уже будет певец. И это Мэвл. Мэвл холодок дог. Я его срисовал с этой картинки. Нелли выбрала эти. Наклейки с помощью самоклеящейся бумаги. Как вы видите, это я рисовала с помощью маркеров. Вот, как вы видите. Прикольно, да? Мне нравится. Под номером 8 приклеиваем. И свои догадки, кто здесь может попасться, пишите в комментариях. Вот. Закрываем. Вот. И прощаемся с этим каталогом.
На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите, пожалуйста, меня лайками. И, кстати, я сегодня купил новые фоны, но не смог их сделать, не успел, точнее. Вот так что не буду в следующих видео. Следующих, да. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайк и можете перейти на другие. Всем пока-пока. Надеюсь, вам понравится это видео. Всем пока-пока. До новых встреч.